Легенда R&B. Глянцевый онлайн. Первый профессиональный портал о нашей культуре и стиле жизни. Indarnb.ru. Всем привет! Я Анастасия Чемалова, это Инда R&B. Сегодня 15 июня, и мы на официальном открытии мейн-бара. Расскажите, пожалуйста, какое вот принципиальное отличие этого бара от других вот многих ваших баров? Мы пытались сделать универсальный московский бар, где в одном месте можно посидеть, спокойно поговорить и также хорошо потанцевать и вкусно поесть. А каких людей вы ожидаете здесь увидеть? Какой контингент? Хороших людей, москвичей, друзей, гостей столицы, на самом деле, всех абсолютно. Сегодня день открытия мейн-бара. Yeah, да. Как вам здесь? Коктейли очень вкусные, барменши очень такие кокетливые. Это же мужчины. Нет, есть и барменши среди них. Ценовая политика вас устраивает? Да, все нормально. Единственное, очень мало где присесть можно. Я придумала, что здесь можно вывесить фотографии тех людей, которые сюда приходят, будут приходить регулярно, как памятные такие кусочки жизни этого бара. А этому бару я желаю процветания, веселья, нескончаемого благополучия. Ну, все хорошо. Цены, место расположения. Единственное, как бы трудно пробраться к барной стойке. Ну, это, наверное, потому что открытие. Да. Ажиотаж. А так, да. Мы сюда вернемся обязательно. Как вам новое заведение, как вам публика? Ой, отлично, отличное заведение, очень большое, правда, какое-то футбольное поле в тему. Очень здорово. А вы будете... Головка всегда в своем репертуаре. А вы будете сюда приходить сами, лично отдыхать? Да, определенно да. А работать еще будете здесь? Определенно да. А какие-нибудь пожелания? Я не знаю, больше егермайстера, запоздайте с егермайстером, друзья. Спасибо большое. Откуда вы узнали о мейн-баре? От моего друга Димы Соколова. О, лично знакомы с владельцем? Да, уже очень давно. Что можете пожелать для очередного его детища? Процветания, долгих лет жизни бару, каждому, не только этому бару. Как у вас настроение сегодня? В говно. Я больше скажу. Процветание Индоранди, вы знаете, ну, не буду вдаваться в подробности. Короче, все заебись. Ну, а этому месту какие прогнозы вы вот ему даете? Слушай, ну мы люди оптимисты со своими партнерами, поэтому мы всегда открываем заведение, чтобы работало дальше и было все вкусно гостям, комфортно и все остальное. К открытию Dream Bar, насколько я знаю, вы создавали новые коктейли. А вот к открытию этого бара вы создали? Да, создали, конечно. То есть можно их приобрести? Да, абсолютно, да, абсолютно. А название? Fish House Punch 2012. Это реплика на один из самых старых коктейлей в мире. Это Cloverleaf, это Мэри Пикфорд, это Pegu Club. Очень много на самом деле в меню, надо будет попробовать.
основные задачи как бармена в чем заключаются? Я должен смотреть, чтобы лед всегда прозрачным. И чтобы не было мух в заведении. Ваша задача все-таки напоить клиента или доставить ему удовольствие? Конечно. Второе. Удовольствие. Какие секреты у вас есть? У меня руки красивые, и я умею улыбаться, наверное. А какие пожелания сегодня в официальное открытие у вас для мейн-бара? Чтобы все были здоровы. Поскольку мы здесь первый раз и ничего кроме пива не пробовали, а пиво, знаете, вот вчера мы хорошо попили, поэтому сегодня пиво пьем. Поэтому пока ничего посоветовать нельзя. А кухню уже оценили? Вот сейчас сидим, как раз я рассказываю моему другу, он из Лондона приехал. Мы как раз рассказываем, что в меню. Кстати, меню здесь английского нету, это плохо. Да, это Лондон, это студия Метрополис, это самая большая студия. А нравится другу? How do you like it here? Is it good? I love it. Okay. Это уровень Англии? А, is it the level of English pubs and bars and restaurants? What is better? Better? Yeah. R&B. Глянцевый онлайн. Первый профессиональный портал о нашей культуре и стиле жизни. Инда-РНБ.